Тюмени прошел первый Тюменский экспортный форум. Более 300 бизнесменов и 30 ведущих российских и зарубежных спикеров обсудили ситуацию с поставками российской продукции Тюменской области в другие государства. Участники мероприятия обсудили современные направления международной торговли, тематику сотрудничества с Китаем, странами Азии и Африки. Несомненно, опыт приглашенных спикеров, которые являются руководителями успешных экспортных компаний, сможет принести пользу и вдохновить представителей тюменского бизнеса. Выражаю надежду, что проведение такого мероприятия для нас станет регулярным и ежегодным. Надеюсь, что дискуссии на столь высоком уровне дадут возможность обмениться знаниями в экспортной сфере. Мы, как организаторы, учтем все предложения предпринимательского и экспертного сообщества. Правительство Тюменской области и администрация муниципалитета уделяют сегодня большое внимание развитию экспортной деятельности, оказывают поддержку экспортно-ориентированным предприятиям и, прежде всего, конечно, малому и среднему бизнесу. В рамках форума состоялись круглые столы, мастер-классы и образовательные мероприятия по инструментам онлайн-торговли и участия в международных тендерах. Ведущие российские эксперты практики подробно остановились на тенденциях работы экспортеров на китайском рынке. Делегация достаточно смешанная, да, то есть если говорить о составе спикеров, то мы постарались собрать в первую очередь спикеров, которые являются практиками. Потому что предприниматели, у них, в принципе, склад их мышления, он практический, он не теоретический. Эти люди привыкли разбирать практические кейсы. Соответственно, мы решили собрать здесь представителей бизнеса, международного бизнеса, которые являются успешными практиками, для того, чтобы эти представители могли поделиться своим успехом, поделиться способами взаимодействия, поделиться своими дорожными картами, поделиться своими возможностями. Сейчас Тюменский регион активно развивается в нефтехимии, машиностроении, деревопереработке, АПК, производстве стройматериалов и продуктов питания. И поэтому вопрос, как правильно продвигать свои товары на внешний рынок, волнует многих тюменских предпринимателей. Та разработка, которую мы сейчас выхаживаем, это разработка и создание электрической мобильной платформы, которая может использоваться и в сельском хозяйстве, и в различных других областях промышленности. Очень она интересна для вывода на азиатские и африканские рынки, там, где есть достаточно в большом количестве электроэнергии, которая продуцируется от солнечных электростанций. Таким образом, это транспортное средство может перемещаться практически на бесплатной электроэнергии. Таким образом, мы очень надеемся на конструктивное сотрудничество в рамках этого форума, потому что видели, есть представители из африканских стран, для того, чтобы с ними какой-то первый шаг сотрудничества с ними можно было наладить. В течение дня на форуме прошли панельные сессии, мастер-классы, работала экспортная гостиная. А желающие получили консультацию специалистов Центра поддержки экспорта Тюменской области и экспертов по банковскому сопровождению внешнеэкономических сделок. Любой предприниматель может обратиться, даже и тот, который даже еще и не задумывается об экспортной деятельности, просто для того, чтобы оценить экспортный потенциал своей продукции, может быть, какие-то понять нюансы, в зависимости от той или иной страны, к которой он присматривается, потому что во всех странах разные требования и вкусы покупателей, и то, что идет в одной стране, не факт, что пойдет в другой. Но помимо вот такого рода консультаций, безусловно, есть и более предметная поддержка, это консультации по оформлению таможенному, какие-то особенности валютного законодательства. Форум завершился подведением итогов конкурса «Экспортер года Тюменской области». Он проводится уже третий год, и количество участников растет. 15 ведущих предприятий региона соревновались за звания лучших в 5 номинациях. Номинации «Прорыв года» премия вручается компании «Тюменские аэрозоли». Экспортный год для компании стал по-настоящему прорывным. «Тюменские аэрозоли» вошли в тройку золотых поставщиков на крупнейшей электронной торговой площадке «Алибаба». Компания много лет экспортирует свою продукцию в Казахстан, Белоруссию, Молдову, Китай, Армению, Испанию и другие страны. Организаторами форума выступили Центр поддержки экспорта, Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области.